Фразовые глаголы – одна из самых нелюбимых тем, изучающих английский язык. Ирония в том, что эта тема еще и одна из самых важных для того, чтобы свободно общаться с носителями. В этом видео ты узнаешь 10 фразовых глаголов, без которых не обходится ни один день носителя языка. А также ты узнаешь, почему эти самые носители постоянно используют фразовые глаголы. Не забудь подписаться, включить уведомления о новых видео, чтобы не пропустить порцию полезной информации. И обязательно закрась кнопку лайка синим цветом. Ну, так просто симпатичнее. Итак, начнем с того, что фразовый глагол – это сочетание глагола с предлогом, или глагола с наречием, или и того, и другого вместе. Сложность фразовых глаголов в том, что они сильно отличаются от значения самого глагола, который используется в этой фразе. Для начала давайте возьмем глагол to put, который означает положить, поставить, поместить. Обычно использование этого глагола может звучать так. But where to put you? But where to put you? Куда же тебя поместить? Thank you. Put it there. Thank you. Put it there. Спасибо, положи это туда. А теперь перейдем к фразовому глаголу put. Самый распространенный из фразовых глаголов put – это put on. Он означает наносить или надевать. К примеру, could you put your seatbelt on, please? Could you put your seatbelt on, please? Не мог бы ты пристегнуться? Буквально, надень ремень безопасности. Или I'd like you to put this hat on. I'd like you to put this hat on. Как думаете, как переводится это предложение? Эй, я бы хотел, чтобы ты надела эту шляпу. B. Я бы хотел, чтобы ты оставила эту шляпу. C. Я хотел, чтобы ты носила эту шляпу. D. Вот эта шляпа. Еще одно интересное значение фразового глагола put on – это прибавить в весе. Имейте в виду, что лучше не говорить это своим вторым половинкам. Тут на личном опыте. You've put on a little weight. You've put on a little weight. Ты немного поправился. Следующий фразовый глагол – это put off. Он означает откладывать или же выключать. Например, I've put this off far too long. I've put this off far too long. Я слишком долго это откладывал. И да, кстати, если вы тоже долго откладывали, чтобы нажать на лайк, то сейчас самое время. Рассмотрим еще один фразовый глагол put down. Он означает перестать держать что-либо, положить. Обязательно укажите, что именно нужно опустить или положить. Например, put down the gun. Put down the gun. Опусти оружие. Или же put the gun down. Put the gun down. Опусти оружие. Как думаете, в чем разница между put the gun down и put down the gun? Дело в том, что фразовые глаголы делятся на два типа. Переходные и непереходные. Непереходные фразовые глаголы самостоятельны и не требуют никакого объяснения. Допустим, такие привычные фразовые глаголы, как get up, grow up, stand up. Переходные фразовые глаголы – это те глаголы, которые после себя требуют пояснения, для того, чтобы получилось полноценное предложение со смыслом. Как в случае с put down the gun, недостаточно сказать put down, нужно уточнить, что именно нужно опустить. Put down the gun. Если пояснение выражено существительным, например, gun, то оно может стоять либо до, либо после предлога. Фразы put the gun down и put down the gun ничем друг от друга не отличаются. Так же, как и фраза «положи трубку». Можно сказать оба варианта. Put the phone down, put the phone down. И put down the phone. Put down the phone. Положь трубку. Чего? Положь трубка. Это понятно? Да, это нелегкая тема, именно поэтому мы запустили целую серию роликов о фразовых глаголах. Для твоего удобства мы собрали их в отдельный плейлист и оставили ссылку в описании. А если тебе не хочется сидеть и ломать голову, пытаясь самому разобраться в этой теме, то записывайся на бесплатный вводный урок там же, по ссылке в описании. На первом уроке скажи преподавателю о своих целях или сложностях в английском языке, и мы подстроим обучение специально под тебя. Ссылка на пробный урок под видео. Put your name down and try. Ну, а что, если пояснение не выражено существительным? Что ж, если пояснение выражено местоимением, например, it, то оно должно стоять перед предлогом, внутри фразового глагола. Например, put it down. Put it down. Положи это. Или put me down. Put me down. Поставь меня. И это не последний вариант использования фразового глагола put down. При заполнении документов возможно услышать такую фразу. Put your name down. Put your name down. Напиши свое имя. Четвертый фразовый глагол put aside.
переводится как «откладывать в сторону» или же «откладывать деньги, копить что-то». Например, «Homie, how much money do we have put aside?» Сколько денег мы отложили? Еще одно значение фразового глагола «put aside» — «закрыть глаза на что-либо», постараться не замечать. «You need to put aside your differences». You need to put aside your differences with Sai. Вам нужно закрыть глаза на ваши разногласия. Шестой фразовый глагол — это «put out». Так же, как и «put down», он имеет много значений. И первое из них — когда вы делаете что-то в ущерб себе. К примеру, «I put myself out there for you». Я подставил себя ради тебя. Второе значение — выкидывать или выносить что-либо из дома. Например, «So, remember to put the garbage cans out». Remember to put the garbage cans out. Не забудь вынести мусорные баки. Третье значение — выпускать, публиковать. Например, they put out a comic book. They put out a comic book. Они опубликовали комикс. Фразовый глагол номер 7. Put away. Он имеет значение слопать все. Так что, если вы тоже на диете вот уже несколько часов, то самое время слопать все, что вы заслужили. You sure can put it away. So can put it away. Ты действительно можешь все это съесть. Второе его значение — убрать что-либо на свое место. Look what I found. Put that away. Look what I found. Put that away. Смотри, что я нашел. Убери это. Еще один фразовый глагол — put together. Он имеет значение «соединить» или «объединить». Например, listen, Bobby's put together some great musicians. Listen, Bobby's put together some great musicians. Послушай, Бобби собрал великих музыкантов вместе. Или put your hands together. Put your hands together. Похлопаем. Следующий фразовый глагол put about означает распространять слухи, сплетничать. Если кто-то сплетничает о вас, всегда можно сказать don't put about me. Or you put up about me. Предпоследний фразовый глагол в нашем видео – put up with. Он означает терпеть. Обычно его используют для того, чтобы подчеркнуть, что у кого-то сложный характер. Допустим, how do you put up with him? How do you put up with him? Как ты с ним справляешься? Как ты его терпишь? И последний фразовый глагол на сегодня – put something or someone behind. Он означает оставить что-то или кого-то в прошлом. Забыть. You got to put your past behind you. It's you gotta put your past behind you. Ты должен забыть свое прошлое. Или ты должен оставить свое прошлое в прошлом. Следующая фраза. Let's just put this behind us. Just put this behind us. Давай забудем об этом. А, вот еще. Don't put off learning English. Не откладывай изучение английского языка. Если тебе понравилось данное видео, то обязательно поставь лайк и пиши в комментариях. Так как все-таки называть самца белки? С вами был голос English Show. Пока!